27 ноября на базе Института физики Казанского федерального университета стартовала третья международная школа-семинар «Петровские чтения». Лейтмотив конференции — гравитация и космология. Задача школы — приобщение молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развитие международных научных контактов. Цель любой конференции — это все-таки собрать единомышленников всех вместе. Но поскольку наша конференция называется школой-семинаром, то здесь, конечно, дополнительная цель — это вовлечение молодых. Это одна из важнейших целей для того, чтобы традиции, научные традиции, передавались и распространялись. Чтения названы в честь профессора Казанского университета Алексея Петрова, который сделал ряд важных открытий в области современной теории гравитации, а школа-семинар проходит ежегодно с 1987 года. Участниками зимней школы-семинара станут ученые США, Германии, Франции и многих других стран, а закончится мероприятие 2 декабря. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз.